День шуток, блядь. Виталий, как так получилось, блядь, что я лучший шутник, чем ты, блядь? В смысле? Да Виталик вообще в голосовалке не был. Да был, а, не было. Ты смеешься с того, что просто со слова не было, ты смеешься или что? Не понял. Да, это смешно, походу. Олег. Веселое слово, да, такое? Я просто не молчал, слышишь? Меньше или раздельно, прям подумать надо, да? Не вижу. Не. Ты в адептах еще нормально, что сейчас тебя не получаю. А не было вместе пишется или нет? Не знаю. Войт. Не, я русский не знаю. Я же румынец. Ты можешь там тупать еще. Да мне пофиг иметь, если честно. Таким вроде. А, я вижу. Говорит, Морвит, он танчит. Подтанчит. Пускай тогда танчит. Два протопола, это такая есть. Че, ДК зайдет. Заходить на кого-то или нет? Сейчас, подожди. Не надо будет. Бля, не могу долго шеем сделать. Некому укус передать. Линканите, пацаны, кто-то танковское кольцо с этого. За репу. 57 меткости. Джерин, пойдешь? Благодарю. Сука, мне бы такое кольцо, блядь, на Сирусе, сука. А зачем ты там играешь? А ты вообще видел, как там охуенно? Когда ты там не играешь, там, да, там охуенно. Вот. Снова. Когда там играешь, там охуенно. Да. А когда ты там не играешь... Мне вот, слышишь, извини, братан, но мне кажется, ты наебываешь пацанов, блядь. Не, а чё ты на Вармейн не пошел? Там же хороший сервер. Да там для гомиков сервер, блядь. Вармейны, блядь, X5, это все для гомиков. А мой сервер, он для нормальных пацанов. Блин, Славян, слышишь, если там играют такие игроки, как ты, я туда не зайду. Не, там, ну... Пошел в ППП, короче, за автотовар. Нормальный игрок. Какой-то холипал, короче, не помню, Ридди какой-то ник, блядь. И, короче, сука, он не хилит меня нихуя. Я думаю, сука, стою, короче, ну, начинаю пешком ходить такой, думаю, блядь, может раздуплиться. Так он не раздупляется, он два команды, он не ресает нихуя, стоит на меня, смотрит, блядь. Кто будет релить? Войт, Хилика, Шанан, кто? Давай я зарелю, блядь, меня пиздёж проснулся. Да, всё, меняй короче, меня, всё. Я с этим долбоебом не пойду. Вот, слышишь, он у тебя походу не засыпает, блядь. Сам долбоеб, блядь, канай отсюда. Ассиста дай. Ассиста на секунду. Это, ребята, подойдите, пожалуйста, я этот самый. Я куплю фиарку на штаны и сокет один, чтобы, ну, не быть бомжом, бля. Машуленька ты верка. Машуленька. Тут? Да. Надо сокет на паладина, я тебе их сделаю. И зачарю вещи. Только не ходи так больше в рейд. Не плюсуй таким чаром. Да. Здесь просто бан, короче, понял? Ну, типа. И, пожалуйста, не сумойте меня, я куплю чарку на штаны.
Нужно подойти поближе. Да, Лилия, Машулечка и Машека — это не та же самая девочка, не? Да нахуй, черт. Достойно. Машека, да. Че, купил там чарты, не? Сейчас. Да похуй уже на чарку, давай принимаю. Да не, ну как, я ж не бомж, я не хочу вагониться. Подожди, пожалуйста. У тебя деньги вообще? Я могу. Нам 4 хила есть, 4 хила, 2 рестер шамана, эрдруху или приз, все хватит. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать! Какой, блядь, дайте кулак пороги, кто кулаки бафы. Войд пидор бафы давай. В принципе, кулаков нет. Кулака нет на роге. Короче, я бафаю всем каски, пацаны. Каска же разбафана. Я кулаки тогда. А, ну тогда... Кулак дайте по роге. Короче, я буду бафать... Короче, пацаны, давайте я буду бафать каски, вы там ретрики, вы разбафуете то, что вам надо. Я, может, капрот тоже. Короче, каски уже бафнуты, разбирайтесь сами. Я буду бафнуть. Хуёво, бафнуты каски, слушай. Постарайся как. Дай пристану каску. Измените коня, паладины. Огонь включите. Дал каплю на Моровинду. Дал каплю на Моровинду. Забирай. Я вижу. У меня все под контролем. Блять, щит бы упал, было бы огонь. Твой справа? Отводи там лужу. Да, я подбежал, на ком был этот. Лужи, вы видите? Лужи. Резист огня, да. Слышишь, моя первая сакра будет. В
его танчит. Уведи его с центра, слышишь? Не держи. Видите, что мы в этом в таксине, короче, были оба. Тут канал должен был кончить. Вроде еще какой-то пал был, да? А, все, все, Забейте, пожалуйста, шаман. Меня. Дал каплю Мурвинду. Конечно, все мертвым. Просто как бы не знал, что все потанчить надо будет. Тонко шмот одел бы, соки ты поменял. Ко всему. Ну, это моя ошибка, это, ну, честно, мой проеб, ну, потому что, как бы, блять, не выдержать босса в шипе, это, ну. Вроде и триксы, блядь, не кидали, но не знаю. Щиток, отлично. Откажитесь, ребята, пожалуйста. Он мне крайне нужен. Чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового... Собрал щит, либо... Убился ли хламобот? Поставил Джимса. Джимса, блядь, рядом с рыбой. Джимс. Эти кулак по роге, лапу. Пристава. Появится грозный демон. Лак по роге киньте, паладины. И лапу, друид. Дживса бафни, блять. Дайте же стендере маги, дайте еды маги, не злодитесь. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Явись, сестра! Господь от кости! Я на этом, на вулкане, дам сакру первый.
Отдал Отдал Саку. Чакру дал. Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. До встречи. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Какой скилл уже подиспелит вообще? Герои, во имя вашего короля. Пробуй того, что ждет нас в будущем. За Орду! Мой ДК. Да я нашел уже. Энх, еще не забудь. Лок отлично. Вы со спом. Лучше ханта. Лучше хокера залить. Крест, после лока можно залить кому-нибудь ханта, а потом уже этих тело перелить. Дайте крест. Ничего не дали. А кого бить, говорили уже? Да, Лока, звездочка. Твои фанаты. Подписчики твоего канала? Буду, отойди от меня, на тебя срывается.
Рогу, Рогу уберите из рейда. Кого дальше? Где она, блядь? Богу. Почему не дерево? Нет, нельзя на первом боссе пытаться. Закрой рот, нахуй ты нужен, а, блядь, заебавшу. Мал, зашло, зашло, блядь. Нормально. Мне кажется, ему похуй. Ой, вернее, мне не кажется, ему в натуре похуй. Дайте, у нас диспел.
было. Кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воители. Шуткие валькиры. Не пуль я подписки. Пусть состязания начнутся. Это ж подписка. Блин, поставь их нормально. Выбор за ГП. Как бы меня нужен. Можешь пулить, я пописал. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Дал каску по ДК. Дал капельку. А он с белым, он просто бегает. И вы ваншоты. Вообще сразу же хп упал. Не, он вешает на него дебаф. Все, нихуя не успеем нахуй. Тебя оценили и признали ничтожеством. Плеть не остановить. Добрый день.
До скорой встречи. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Я могу в холле Паладин спрятаться, если надо. Сложи ледяную скорбь, и я... Геркулес. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Секрет за холли Паладин раскрыт. Уговорил. Будут принадлежать мне, Фордринг. Полено. Я не могу. Холли Паладин. Гости заявились, как и обещал, господин. Thank you.
Нет, не без танки. Дайте гимнаман. Уже. Три каста не сбил. Сундук не лутаем, да? Привет опять всем. В чем проблема с лутом? Все нормально. Ну, отлично. Просто на группу лута идем, блядь. Поэтому тут не все, что хочется. Типа, ворвался, доебался такой. Да, у кого там проблемы с лутом? Ты, блядь, не читаешь гичата, там пиздец. Ну там я просто прочитал гичат, где два человека что-то выясняют отношения и зашел. Понял. Ладно. Значит, Войд, настоящий ИРЛ, пожалуйста, чтобы я не заходил на берету, начисли туда, ИП, я буду тебе весьма благодарен. Ну, там в обычке, короче, БДК на переходке улетает от шара, ты танчит моба и улетает. Дэнни бьют с шары. Контроль, делит, трейд. Сейчас, подожди секунду, так можно делать. Нет, перезахожу. Эйзенрот зашел. Геркулеса вытащи. Не Сани ему, это мой персонаж. Да. Геркулес, наш шаман 1000. Все отлично.